Пане Михайле, так буквально коротко, до цієї теми, що вже вдруге президент явно популістично говорить про те, що треба вирішити питання, знаючи, що є чітко регламентовано законом про державний бюджет, кому які виплати, і не караючи тих, хто не виплатив до цих пір, він закликає знайти резерви. Що, по-вашому, знайти резерви в цій ситуації, коли економіка, по суті, не працює, а шахти теж? Ну, подождите, а що президент, собственно, должен сказати? Понятно, що говорити нечого. Когда президент избирался, когда шла предвыборная кампания, мы не слышали конкретную программу от тогда кандидата президента Владимира Зеленского. Естественно, что когда Владимир Зеленский стал президентом, собственно, мы не можем даже апеллировать к нему, поскольку он-то приходил, в принципе, без программы. Мы ничего толком не слышали, кроме каких-то общих лозунгов, общих позиций и так далее. И то же самое было на уровне выборов в Верховную Раду, когда его политическая сила получила впервые в истории украинской демократии монобольшинство. Теперь, что касается сегодняшней встречи, слов президента и так далее. По-прежнему страна у нас управляется в таком ручном популистском пиар-режиме, когда раздаются ЦУ отдельным руководителям департаментов, министров и так далее, но это не решает ключевую проблему. А именно переструктуризация украинской экономики, постановка на современные рельсы, а действительно динамичное развитие нашей экономики, привлечение иностранных инвестиций. Дякую.